В этом году в Одессе появится схема теплоснабжения города. Об этом стало известно на очередной сессии горсовета. Эта схема – третий после генплана и зонинга по важности документ местного уровня. В прошлом году состоялся тендер, и компания-победитель уже начала разработку схемы, которую завершат к концу лета. Орієнтовний срок виконання – один рік тих робіт, які заплановані. За умовами договору вони повинні закінчити розробку схеми теплопостачання міста не пізніше липня 2021 року. Предприятие теплоснабжения города Одессы получило из городского бюджета 100 миллионов гривен, из которых 11,5 миллионов неиспользованных на разработку схемы в 2020 году. Их сейчас отдадут исполнителю городского заказа. Остальные деньги – уже традиционная помощь постоянно убыточному предприятию.